Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем, ребята, в Uncharted. Продолжаем наши незабываемые приключения Дрейка. Ребята, это четвертая часть игры, это называется она «Путь вора». Разбился корабль. Лодка, точнее, на которой мы плыли. И сейчас я пока не знаю, куда идти, я соображаю, пока я оклемался только. Ну давай пытаться будем исследовать этот остров. Мы высадились на острове. Дождь. Непогода. Куда идти, ребятушки? Сейчас мы будем разыскиваться. Сэм, кстати, куда-то отлетел. Я не знаю, где он. Мы потерялись. Самое важное — забраться повыше. Так, забраться повыше. Делом, забраться повыше и сориентироваться. Да, это правда хорошие мысли. Надо сориентироваться сначала. Сэм, да отвечай же! Сэм не отвечает нифига. Ну-ка, надо смотреть, где какие уступы есть, чтобы нам можно было зацепиться. Офигеть, как тут высоко. Я думаю, для того, чтобы нам забраться, надо где-то в другую сторону идти, скорее всего. Здесь потому что ничего нужного и зацепиться не за что. Ну пошли сюда. Продвигаемся. А, вот где надо зацепиться-то, смотри. Ой-ой-ой, куда ты покатился-то? Сэм, выйди на связь, пожалуйста. Где ты, братан? Сэм, да чтоб тебя! Сэм! Блин, а жив ли он вообще? Сэм, куда ты пропал? Ё-моё! Сэм! Сэм, Так, продолжаем искать. Чё-то я не пойму, куда я вроде бы залез. Сэм, ты где? Ёпперный театр, а? Хоть бы подсказал мне, куда идти. А, вот здесь можно пройти, смотри. Во! Тут же видно, как будто уже кто-то ходил. Поцарапанная скала. Слава богу, ящик с припасами. Ну да, конечно. Пусто. Все смыло. Ничего. Ну, хорошо. Может, Сэм забрал. Не, ну будем надеяться, что Сэм где-то здесь. Так, давай и дальше искать путь. О, вот сюда можно залезть. Ну-ка. Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Терять уже нечего. Давай побыстрее лезь. Дождь, холодно. Сумасшествие. Господи. Ладно. Ничего. И как мне туда перепрыгнуть-то? Или куда дальше? А, погоди, можно просто спуститься вот сюда.
Давай, Дрейк, аккуратно. Надо вперед. Только вперед. Ща бы какой-нибудь домик сухой. Где тепло, светло. И камни вниз не падают. Как меня все достало. Точно, он как будто мысли мои читает. Как его все достал. Ну иди, проходи дальше-то, черт. Вот здесь точно можно залезть наверх. Черт. Ну прыгай, че ты? Ну можно же зацепиться вон там справа. А че, в чем причина же, что ты не лезешь? Во, а, ну он, надо было просто дотянуться. Он уже прыгать не может, у него сил нету. Подсказка. Перебирайтесь с опоры на опору. Ну понятно, я уже и так понял без вашей подсказки. Просто надо двигаться. Ну, давай еще выше. Залезем на гору, а там ничего, там просто пусто будет. Тянись. А, вот вниз надо. Аккуратно. Дальше куда? Вот здесь надо пройти. Ну, а чё не лезет-то? Слезай вниз. Если я сейчас нажму отцепиться, он упадет. А, нет, зацепился. Ладно, хоть. Я думал, все, сейчас полетим вниз. Пешочком аккуратно. Не, ну правда, тут еще скользко. Дождь, считай, все это намочил дело. Вся гора скользкая. Тут так что... Аккуратно, аккуратно. Прыгать не надо. Да. Прыгать не надо. Надо аккуратно лезть. Давай, подтягивайся. Опачки, давай, левее чуть-чуть. Ну... Получилось, только улетел опять вниз. Давай, давай, еще раз. Да хорош. В смысле? Лес, и в итоге я просто упал вниз. Сейчас меня водой зальет. Доброе утро. А, кстати, дождь уже закончился. Ну и где я оказался-то вообще? Это, похоже, пещера. Ну-ка, надо осмотреться. Парвис Магна. Сэм. Сэм ему передает сигнал. Фонарик. Нам в помощь. Где ты? Черт. В общем, нам туда куда-то надо идти. Нужно лезть на ту жуткую гору. Да, только как? Как туда залезть, на эту жуткую гору? Погоди, Сэм. Я уже скоро. Сэм, я за тобой приду. Ну вот сейчас, когда сухо, можно уже скакать. Отлично. Я высоко, в принципе, залез. Попробуем прыгнуть. Опа, да, да, да. Ну здесь кто-то лазил, вон, это, шарканная вся стена. Вся скала шарканная. Дальше сюда. А вот какой-то проход, ну-ка заходим. Стоп, назад осмотреться. Можно, в принципе, вот сюда прыгнуть, но... Мы сейчас, наверное, там с другой стороны-то и выйдем.
Да, мы как раз тут оказались. Погоди, я не понял, куда? Вот там можно зацепиться. И куда мы пойдем? Так, давай, надо подтянуться чуть кверху. Тихо, 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 раскачиваемся аккуратно. Давай, вот здесь. О, выше зацепись. Там все упало, по-моему. Давай, 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 наверх. Отлично. Ну, пока вроде нормально пробираемся, но до горы все равно еще далеко, куда ты не туда прыгнул. Все, внизу теперь. Дрейк внизу. Надо сначала вот сюда запрыгнуть. А потом уже пробовать цепляться наверх. Да, как мы любим всякие такие передвижения, перемещения. А, куда, 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 куда? Ты тихо, 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 так не надо падать. Так и разбиться можно. Тут высоко. Очень высоко. Потихонечку цепляясь. Вот, ой, вообще опасно. Ну, поползли. Пираты. Рейв. Рейва еще здесь не хватало. Надо как-то Сэма предупредить. Так, что? Куда? 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 Надо цепляться и, наверное, спускаться будем. Сейчас спускаться. Давай, пошли. И... Бабам! Сейчас рухнет, рухнет. Я чувствую вот это. Как-то хлипко это все дело выглядело. Да что неожиданно? Тут уже можно все ожидать. Ух ты. Через пещеру пройдем. Куда теперь? Я бы знал, куда, я бы тебе подсказал уже давно. Так. Ладно. Погоди. Я по кругу, что ли, прошел? Ну, подожди, подожди. Где-то еще ход был. Ну, туда можно прыгнуть. Вот сюда прыгнуть. И вот здесь зацепиться. Давай повыше. Повыше надо лезть. Не надо вниз, надо наверх. Так, отлично. Продолжаем прыжки. Почитаем, написано что-то. Угу. Три креста. Иисус, Дисмос и Гестас. И навигационный символ затонувшего корабля. Нет места для воров. Окей, продолжаем дальше. А, вот можно вниз спуститься, да? Только подожди, не-не-не-не-не, вон там зацепившись. Зацепившись справа. Вот тут с прыжка надо было как-то подпрыгнуть. Неудачно. Не, ну по-любому идти туда, я думаю, надо. Просто умудриться это сделать надо аккуратно и прыгнуть. Прыгнуть вот так, вот так, вот так. Катись, катись, катись. И вот так где-то зацепить. Есть, хорошо, давай дальше. Молодец, Нейтан. Чуть повыше. И можно еще, по-моему, вот здесь правее уйти. Не-не-не-не-не. А, вот сюда. Все, я наверху. Пока вроде идет все нормально, как надо. Водичка бодрящая. Бодрящая, прохладно, горная. А вон кто-то ползает, крабы что ли здесь? Вот живности-то сколько. Сокровища дали, труба. Подзорная труба. Пригодится.
взбодрился, да? Немножко в холодной воде. А, вот сюда надо пройти. Ну-ка, приседай. Приседай, братишка, приседай. Куда идем-то дальше? Подожди, вот сюда можно или вот сюда. Ну-ка, назад. Или я отсюда вышел? Подожди, я уже путаться начал. Нет, я отсюда пришел. Все, идем, значит, выходим. Наверх, путь наверх. Давно уже не было у нас никаких заварушек таких мощных. Так, ну-ка, зачитаем. Не повезло. Марта 1808. Сегодня мы готовились покинуть пещеры. Я заговорил с Бернсом. Наши запасы таяли, нас становилось все меньше. И я потребовал, чтобы мы отправились обратно и вернулись сюда вновь, взяв больше людей и припасов. Бернс рассмеялся. Мне в ответ... И повторил эту свою песню. «Да, сокровищ рукой подать». «Да, сокровищ рукой подать». «Хорошо». Я был непреклонен, ведь если мы и найдем тайник Эвери, у нас остался лишь один корабль, на котором нам самим едва хватит места. Не говоря уже об индийском золоте, я обратился к старпому Хейзу за поддержкой. Однако он отпрянул от меня так, будто я чумной. Теперь же Бернс сам подошел ко мне и с улыбкой на лице призвал меня подумать о благе всей экспедиции в целом, потребовал не устраивать раскол в команде. Угроза была очевидна, и я сказал, что мне, пожалуй, просто следует отдохнуть и вернуться в свой лагерь. К черту этих сумасшедших! Я не намерен здесь помирать, вот и все, что я могу сказать этому дураку. Если Бернс решит, точнее не решит, а верит, что это Либерталия, если он хочет идти до конца, пусть делает это без меня. С первыми лучами солнца я их покину. Посмотрим, как они справятся без лоцмана. Вот так вот он решил. А мы продолжаем дальше свой путь. И куда? Здесь-то тупик. А, стоп, не тупик. Вот сюда можно же цепляться. Так что никакой здесь не тупик. Скелетон висит, смотри. А мне куда дальше-то? Не, я понимаю, что я сюда пропрыгал. А дальше? Может, левее сможет прыгнуть? Да-да-да, вот, хорошо, все. Ты туда лез, что ли? В таких сапогах? Все нормально, забираемся. Осторожно, не надо падать. Тут что-то все падает. Ну, надо его подтянуть. Мне это сейчас нужнее. Ему-то не понадобится, а мне точно пригодится. Так. Куда? Куда? Где? Надо где-то зацепиться. А, просто подтягиваемся. Так. Вот. Отлично. Доцепляйся. Давай, с прыжка и зацепимся. Ну. Вот. Вот так и забирались. Вон следов сколько от этих, так сказать... как это сказать? Вонзил, что ли, в скалу. От этих ударов. Так, я дальше прыгаю, ребята. Сейчас опять придется лезть. Ну как? Ничего себе, как высоко-то, а? Очень высоко. Если отсюда шлепнуться, я думаю, можно и костей не собрать потом. Готов, прыгай. Цепляйся только. Есть. Еще можно зацепиться. Какая удобная штука, а? Без нее я бы, наверное, даже и не залез. Красотища-то какая! Какая гора? Вот это наша?
Блин, вроде столько шли-шли и все так далеко до сих пор. Прыгай! Да куда ты прыгаешь? Залезь обратно. Падать не надо, надо прыгать. Да-да-да-да-да, правильно. А, вот здесь надо зацепиться. Раз, ниже, ниже, ниже. Вот здесь хорошее место для того, чтобы зацепиться. Теперь прыгаем. А, вот про заварушки-то я говорил. А куда он лупит-то? Все движется. Я ничего не вижу. А как мне аккуратно с ними справиться? Ну-ка, я попробую слезть. Вот, так нас не заметят. В принципе, здесь можно залезть тут же по кустам. Сидим, сидим, тихо. Сейчас он отвернется. А как мне прыгнуть-то куда? А, вот, можно залезть. Все нормально. Прыжок! И главное цепляться. У него уже руки все болят. Руки, пальцы. Так, тихо, 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 тихо. Тут надо вообще медленно и аккуратно. Надо их по одному сейчас щелкать. О, братанчик, давай пока. О, тихо, тихо. Вот этого надо, чтобы он меня не заметил. Сейчас, сейчас заметят. Присядь. Заметил. Погоди. Одного из наших заметил. Не, не заметил. Ну-ка иди сюда. Он еще здесь, гад! Ну тут типа шевельнулось что-то в траве. А да кто его знает? Может, букашка или таракашка какая? Пока. Пнул под жопу, он улетел вниз. Так, аккуратно здесь держи. Где-то еще были. Где-то еще ребята были. Надо по-тихому, потому что если сейчас... Что-нибудь начнется заваруха, тогда их прибежит столько, что мне мало не покажется. Вот, сейчас по дереву аккуратно. Сядь в траве. По высокой-высокой траве мы пройдем в полный рост. Ну, в полный рост, конечно, тут не пройти, но вот так можно. Видал, как получилось? Быстрей. Быстрее, пока меня не заметили. Ой-ой-ой-ой, как же бесстрашно я тут прыгаю. Не, вот этого можно сейчас. Куда он ушел? Ай, меня кто-то видит. Уходи. Что такое? Впалил. Сюда! Все, ребята, понеслось. Вот теперь все. Теперь все, теперь надо... Надо быстрее расправляться теперь с ними. Пошел нафиг. Пошел нафиг, кто следующий. Тихо. Пацаны, вы что делаете? Так, на Сэма был, кстати, вот этот поход. На, ушел вниз. Да иди ты. Иди туда. Стой, кто еще лупит? Тихо-тихо-тихо-тихо, ребзики. Давай вниз. Надо отдышаться. Но у меня же есть, в принципе, чем пострелять. Но мы будем... Мы будем по-тихому расправляться. Такой, смотри, что, запрыгнул ко мне. Где еще? Все, что ли, со всеми расправился? Давай тогда гранат захватим с собой. О, вот это хорошо, я наткнулся. Еще пару гранат. Слишком тут высоко. Меня сейчас могут впалить, кстати, вон он идет. Я постараюсь тихо. Я постараюсь очень тихо. Нет, спалил. Ну-ка, тот тоже спалил. Все, ребят, опять понеслось. Раз. Да идите вы нафиг. Здесь еще и с прицелом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Пожалуйста, ребята, не нападайте на меня. Лучше я на вас нападу потихонечку. Уходим, уходим. Так, так, уворачиваться надо от этих лазеров. Потому что лазеры могут... Могут меня с одного раза прибить. Куда ты побежишь? Ты посмотри, какой скакун. Там еще пацаны стоят.
По-моему, сзади кто-то лупит. Ах, ты посмотри на него. Что, не сдал? Я тебя вычислил. Кто-то еще есть здесь. Ну что, может быть, вы поближе подойдете, ребята? Вон он. Надо его сбить с толку. Или с ног. Ну-ка, выходи. Все нормально. Вот и тишина. Так, стоп. Он гранату кинул, что ли? Тихо, тихо, тихо. Куда ты прыгаешь-то? Вау! Чем ты там стрельнул таким? Чувачок. Ну все, это был твой последний выстрел. Да хорош, это значит не он делал. А кто? Кто эти заряды кидает? Вот этот, что ли? Ах ты! Все? Можешь взять такую штуку? Сколько? 6 патронов всего. Зато пацаны будут очень быстро отлетать. Ладно, у меня, если что, пистолет еще есть. Все, гранаты. Целые. Больше не надо. Или надо было все-таки автик какой-нибудь взять. Ну ладно, пошли. Ай, цепляться надо. Да не там зацепился. Давай еще раз прыгаем. Выше надо. Вот. Мне кажется, мы уже к той горе скоро подберемся. Цепляйся. Дальше-то куда? А. Ну спустись, не надо нам сюда. Нам надо выше, просто выше ползти. И? Что мы видим отсюда? Где эта гора-то? Я уже потерялся. А, уже близко, слушай, уже реально ближе подошли. Пойдет. Давай дальше. Ладно. Куда мне? Сейчас узнаем, куда мне. Ну-ка, здесь исследуем. Нет. По-моему, тут или костер. Ну-ка. А, нет, показалось. Так, стоп, я запутался, куда идти. А, вон, наверх. О, что это? Ну-ка, еще письмецо нашел. Всякому, кто найдет это послание, знайте, что Джонатан Бертс, который привел нас сюда, убил нас всех в погоне за сокровищами Эвери. Ого, вот это заявленица. Он довел команду до изнеможения, обещал им славу, а получили они лишь болезни и голод. Он привязал живого человека к мачте и оставил умирать в мучениях. А после я видел, как он обрек нашего лоцмана на верную смерть за то, что тот высказал ему свои опасения. Он застал меня за приготовлением к отплытию и начал ругаться, на что я достал пистолет и сообщил ему, что отправляюсь в Англию, где намерен всем поведать о его преступлениях. Когда же я отвернулся, подлец выстрелил мне в спину и скрылся в джунглях. Я стрелял в него, но уверен, что попал. А, не уверен, что попал хотя бы раз. Время мое на исходе, рука слабеет. В отсутствии надежды на земное правосудие я заклинаю вас, помолитесь Господу, чтобы Бернс заплатил за свое предательство. Подпись. Уолтер Хейс, Старпом Саффолка, 23 марта 1808 год. Вот так вот, ребята. Жуткая история. Берс жуткий чувак. Повезло с этим сокровищем не больше, чем... Давай, 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 дрещи быстрее, пока сейчас... Куда? Чуть вниз не улетел, быстрее, наверх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какой-то у меня автомат-то ржавый, смотри. Где я такой надыбал? Дайте нормальный. Кто? Сэм, ё-моё. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да,
Как всегда, вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Я тоже. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат на Дин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либерталию. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонии? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни псу под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Так, 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 ребята, хорош спорить. Ну-ка, обалдеть. Что там? Вот это он припалил. Все еще хочешь домой? Нет. Какой домой? Ты что, давай дальше искать. Посмотрим, что там есть. Так, ладно. Может, еще где-то такая есть гравюрка? Вот, смотри, знаки все показывают, что нам сюда надо идти. Идем сюда. Тут ясно. Хорошее начало. Да, только бы остальное не было завалено тоннами земли и камней. А я вот лично откинул. Давай, давай, Сэм, ищем. Мы найдем все равно это сокровище, по-любому. Тут давно никого не было. Сэм, сюда. Я иду. Вот, надо вот сюда. Сэм, быстрей. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Только бы она на нас не рухнула. Ну-ка, подожди, вот тут, мне кажется, пройти можно. Там что-то есть. Давай, ну, может, с другой стороны обойдем. Хотя бы. Сэм, пошли. Давай отодвинем. Ну-ка, 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 смотри. Можно пролезть, давай, поползли. Чайничек, может, чайку попьем? Сюда. Смотри, сейчас сверху может что-нибудь упасть, аккуратно. Нет, так не пойдет. Не пойдет, конечно, это подпорка для этого всего дела. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Где, покажи. Вот тебе проход, а ты хотел как ползти там? Сюда. Так, слушай. Ну это мы на улицу куда-то вышли. Сэм, давай за мной побыстрей. Я думаю, вот сюда надо. Тут ящик, у меня идея. Вот так. Берегись!
чего? Да, может быть. Ты должен это увидеть. Ух ты. Вот те раз. Видал, какой тут поселок. Ну, что-то никого нету, да? Миллион лет назад тут кто-то жил. Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Либерталия, она все-таки существует. Затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И, ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем. Тихо, тихо, просто насладись моментом. С чего начнем? Не знаю, не знаю. С того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, я думаю, туда надо. Что они там сторожили. Согласен. Встретимся в раю. Ребята, встретимся в следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. Говоришь, дар речи пропал. Сейчас, сейчас, иду, Сэм. Как думаешь, сколько они все это строили? Годы? Десятилетия? Как им удалось? И нажмите на колокольчик, ребят, чтобы не пропустить уведомления. Всем удачи, всем пока.